В среду мы застали Fly Project в одном гламурном заведении столицы. Ребята были окружены красивыми девушками. Но вы не подумайте, что они грешили перед Пасхой. Они работали в поте лица. Да, для нас это тоже было удивительно, что звезды из Румынии приехали снимать видеоклип в Молдову. Ведь обычно происходит все наоборот. Мы давно хотели снять видеоклип в Кишиневе. Время пришло, и мы приехали. Съемка хорошо проходит, мы уже отсняли часть ролика, и осталась вторая, самая сложная. Будем снимать до утра, хотя сейчас уже 3 часа. Am filmat o bucată din el, urmează să filmăm cealaltă bucată, cea mai mare. Acum și cea mai grea. Până dimineață e deja 3 și ceva. Так что же привело гостей в Молдову? Кризис или красивые девушки, которые приняли участие в съемках клипа? Ведь от таких красот слюнки текут, и парни это не отрицают. Это правда, одна из самых главных причин, по которой мы снимаем клип в Молдове, это ваши девушки. Они прекрасны. Я смотрю на тебя, и мне этого уже достаточно. Нам показалось, что у клипа не будет замысловатого сценария. В кадре мы увидим двух парней из Fly Project, окруженных красавицами-молдаванками. Наверное, для того, чтобы мужчины обзавидовались. В видеоклипе присутствуют те картины, о которых мечтает любой мужчина. И каждый хотел бы провести хотя бы день в такой атмосфере, в которой мы проводим съемки. Ожидание будет недолгим. Через 2 недели видеоклип уже будет на экранах румынских телеканалов, а Молдова его сможет оценить еще через неделю. Помимо этого, нам с Тудором и Даном было что еще обсудить, ведь 6 марта на концерте Show for Women они должны были выступить, но на сцене они так и не появились. Мы должны были петь 6 марта и были в Кишиневе 5 числа, но не получилось спеть, так как кое-кто из организаторов не выполнил один важный пункт контракта. Мы также должны были петь 1 апреля, но концерт перенесли. Все же в скором времени ждите нас. Urmează să cântăm cât de curând în Moldova. Тогда ждем вас, ребята, с нетерпением. Suntem Fly Project, ne uităm la Must TV Moldova.